если будет ломать приклад при выстреле. А, кстати, да, пусть оружие с ним ломается тогда, с этим, с ГП. Пострелял там чуть-чуть, все, оружие сломано, блин, заклинит. Прицел там криво стреляет, еще что-нибудь. Да просто если навыка у тебя нет, владения вот этой фигня, чтобы оно выпадало из рук. Просто стреляешь с ГП, оружие выпадает из рук. Расстегивается ремень, на пол штаны падают. Да, и этот каска сползает на глаза. Там такие красные труселя с сердечками. Блин, ну это жестко. Я бы сказал, балансно. Татуировка Буянова, как в Титанике, он так лежит на диване. Рисуй меня, как своих француженок, вот это вот. Простите, чат, не хотел. Я все вслух, да, сказал? Блять. Двое минус. Трое минус. Вот сейчас бы с МПХ-ом я бы их позбривал в бочину. Видите, анлаки. Капец, я броню ему уничтожил. Китайцы, что ли, какие-то? Такое чувство, что кто-то просто издалека зажал автоматом из калаша по общагам. Просто вот так вот, как в Хищнике, короче, с минигана, блин. Кто-то где-то ползает слева. Здесь. Беги, 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 беги. Двое. В контейнере ходят. Shit, I'm hit. Да я за стеной, блять, ну играй, ёб твою мать, ты что? Че сегодня не так с игрой, блядь?
Кто-то отступил, да, с большой сумкой? Что-то я пропустил немножечко. Давай, иди сюда. Морфин вколол. Так, давай, иди. Лег в кустах. Я не могу ходить, надо колесико покрутить. Так. Может быть, я убил первого с большой сумкой? Ох, ё. Это чё за хрень? Пока что всё сюда скидаем. Вот вектор. Это лутал, по-моему. Я только бронеразгруз с него не брал. Багарих, или как она там обзывается, новая. Она большая и неудобная. Так-то, в принципе, всех полутал. Ну. Пятерых. Ёб твою мать! Хера себе прифайры. Ну это сервак опять лагает, скорее всё. Так. Кто там по ним стрелял? Минус. Медички. О! А чё этот умер? Это всё по новой. Хочется побегать в топовых вещах. Так, блин. Почему ты себя ограничиваешь в этом? Хочешь, бегай, блин. Чел, дай мне договорить. Я говорю, хочешь, бегай в вещах. Хочешь, не бегай, но... Почему ты оставляешь хорошие вещи на конец вайпа? А, вот что так мне больно-то было. Я аж чуть не охренел, когда мне в слик прилетело почти на все хп. Теперь понятно, блин. Хорош пыхтеть-то, ну. Внутри?
Он уже внутрь забежал, что ли? Понял. Это очередной невидимка или что это, блядь, такое? Или что это? А, вот что это. Жулик. Который собрал своего друга, ага, и пошел на выход. Не то, чтобы уж прям на выход. Пойдет. Так, ну что там, мандалорцы в чате готовы? Плюсик, кто собрался в маске мандалорца на тесты. Пятерых. Тут грибы растут, короче. Я не знаю, это как... Ну, не знаю. Повсюду эти грибы. Кто играл, тот знает. Грибочки такие зелененькие. Так на фанпэй даже грибы эти продают, блядь. По 7 рублей, что ли, там за гриб. О, классный какой сервер. То есть, либо люди настолько идиоты, что грибы эти не могут найти. Либо это... Что случилось? Либо это реально пользуется таким спросом огромным, что люди даже продают по 7 рублей грибы, блин. Ну, это серьезно. Что там у меня? 400 пинг? Я какой хороший сервер, чат. Видели, да? Пинг с 60 поднялся до 500 и меня просто выкинуло нахер. У них с серверам капзда, походу, наступила сегодня все-таки. Может, они реально там заливают обновления? Потому что днем было нормально, к вечеру хуже, хуже, хуже. Сейчас вообще сами видите, что происходит. Стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные или второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.